Сотрудниками линейного отдела МВД России на станции Тверь завершено расследование уголовного дела о попытке хищения рельсов с Октябрьской железной дороги. В ходе предварительного следствия установлено, что 35-летний житель Ржева решил поправить свое материальное положение за счет имущества, принадлежащего железнодорожной организации. На перегоне между станциями Васильевский Мох и Доронинская он заранее присмотрел запасную неэксплуатируемую ветку и решил ее демонтировать, распилив на части и сдать в пункт приема металла. Вооружившись газовым оборудованием, он разрезал 110 метров рельсов, нанял для перевозки грузовой автомобиль и вывез детали. Машину с похищенным задержали сотрудники линейного отдела МВД России на станции Тверь. У злоумышленника изъято свыше 5,5 тонны распиленных рельсов. Сдать их мужчина не успел. Уголовное дело по статье «Кража» направлено в суд для рассмотрения по существу. В рамках антинаркотического месячника сотрудниками наркоконтроля перекрыт один из каналов поставки наркотика из соседнего региона. Оперативники при поддержке сотрудников ДПС задержали жителей ближнего зарубежья, прибывших в наш регион с целью сбыта зелья через тайники-закладки. В ходе личного досмотра у задержанных обнаружены свертки с героином. Еще 129 аналогичных свертков находились в машине, на которой передвигались подозреваемые. Изъятое направлено на экспертизу. Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности задержанных.